Всем привет, это Натали. Добро пожаловать на мой канал. Здесь мы говорим о хобби. Сегодня мы говорим о вязании. Я сегодня немножко в такой интересной атмосфере нахожусь. Рядом со мной стоит огроменная коробка. На фоне немножко бобин уже и пустые полки с правой стороны от меня. Все это неспроста. Сегодня я распаковываю огромную коробку магазина Jewel. Здесь находится ассортимент пряжи, который мне прислала Марина, хозяйка магазина Jewel, на тестирование и на создание будущих проектов. Некоторые артикулы я уже вязала, я уже знакома с ними, у меня есть уже какие-то от них впечатления. И сегодня я распаковываю дальше. Нас ждет некоторые новинки, которые ожидаются в магазине в будущем. И моя задача сегодня ознакомиться с ними, посмотреть, какие они, какие цвета. Мне, конечно, Марина сбрасывала список цветов, которые она мне прислала, но я все-таки так одним глазком посмотрела, просто чтобы оставить для себя какую-то интригу. Ну и вам было бы интересно тоже посмотреть, может быть, мою реакцию. Итак, смазываем руки кремом, потому что нас ждет куча упаковочной бумаги. Я ничего пока еще не распаковывала, кроме трех вот этих вот бобиночек, чисто для того, чтобы посмотреть, что как, и приступить непосредственно уже к основной распаковке. Я освободила две полки на своем стеллаже. Скорее всего, здесь будет в два яруса выставлена пряжа, с которой я буду работать. Все, кремом ручки намазали. Если вы любите такого плана видео, где просто распаковывают, показывают и так далее, то присаживайтесь поудобнее, наливайте чего-нибудь горяченького, берите что-нибудь вкусненькое или же свое любимое вязание и приступим к распаковочке. Я уже открыла три бобинки, давайте я их покажу. Они идут у меня так, вот здесь вот. Этот уже момент я открыла, повторилась. Первое, это у меня глинлох, это смесь хлопка с мериносом 70/30. Здесь преобладает хлопок, и это цвет ойста, устрица. Очень красивый бежевато-сероватый оттенок. Если вдруг будет плохо видно, я прикреплю фотографию с сайта. А это уже новинка, которую я пока еще не пробовала. Это смесь хлопка со льном 70/30. Это артикул Outlook. Цвет называется Driftwood. Попробую тоже показать. Прячусь за бобинкой, чтобы было более-менее видно. Они очень, кстати, похожи, если их приложить между собой. Цвета такие очень нежные, очень красивые. Базовый, я бы даже сказала, это теплый бежевый оттенок. Итак, следующая бобинка, это глинлох, тоже идет смесь мериноса с хлопком, только уже 30/70, я в неправильном порядке назвала, но не суть. Это цвет мимоза, он прям фееричный, он очень красивый, он такой красивый одуванчиково-желтый цвет. Или вот как названа мимоза, только знаете, мимоза, которая молодая. Очень-очень он красивый, прям жду не дождусь с ним поработать. Мне желтые цвета, как мне кажется, не идут, но глаз радуется, глядя на это солнышко. И вообще весна, лето, мне кажется, это прям идеальный какой-то оттеночек. Давайте откроем что-нибудь маленькое. У меня очень много вот таких маленьких бобинок. Здесь совсем немножко пряжи намотано на конус. И это как раз на пробничек. Очень интересные артикулы, которых пока еще нет в магазине, но Марина планирует их ввести в ассортимент. И мне очень интересно вообще пощупать то, что там находится. Потому что, как я уже говорила, я работала с Glenloch и Glencoe, и они мне очень понравились. Это смесь хлопка с мериносом, у Glenloch и хлопка побольше 70%, у Glencoe поменьше, то есть 30%. И обе ниточки мне очень понравились. А вот что здесь, я заинтригована. Ну, цвет я вообще сейчас балдею. Называется Красный Адмирал. Красивый розово,
ну, такой розовато-красный оттенок. Наверное, я бы сказала, что он карминовый. Итак, что же это за артикул? Это интересный артикул, который называется Abundance. Это хлопок с кашемиром, 92% хлопка и 8% кашемира. 1500 метров на 100 грамм. Обалденный. Мягкий. Прям даже интересно с него что-то связать. Даже уже мне потихонечку изделия начинают придумываться. Прям это очень интересно. Давайте дальше. Следующий артикул — это Glenlow, только цвет бальзам. Боже, он великолепный. Это бирюзовый оттенок. Очень красивый, нереально. Он как будто бы с эффектом меланжа. Есть в ниточке какой-то зеленоватый оттенок. То есть бирюза и плюс зеленца. Тоже буду прикреплять, если что, фотографию, если вдруг цвет будет как-то передаваться плохо, потому что я вслепую снимаю, не вижу. Но он великолепен, конечно, вообще просто. Я буду скоро снимать обзор на Glenlow, полностью делать кучу образцов различных, так что не пропустите, пожалуйста, вся информация будет в магазине Jewel, в их телеграм-канале или в группе во ВКонтакте, все ссылочки я оставлю внизу, и вы сможете всегда быть в курсе. Следующий артикул Glenlow — это уже цвет Анимона. Боже, он тоже очень красивый. Вы знаете, я бы сказала, что это такой ретро-фиолетовый. Очень красивый цвет на самом деле. Мне кажется, просто... Вообще оттенки и как выполнен цветоряд мне очень нравится, потому что разнообразие прям, ну, достаточно большое. Так, это все тот же Outlook, просто бобиночка другая. Она даже тут мне повезло с другой, с родной бирочкой пришла. Очень красиво скручено. Тут, кстати, в ниточке попадаются волокна льна. Так, кисть я начала играть веревочкой. Возможно, шумы, так что не могу на это повлиять. Я уже и так разогнала всех, покричала на соседей, чтобы они угомонились, потому что начали наверху происходить какие-то громкие вещи. Так, этот цвет уже Energy Blue. Это, кстати, артикул тоже Abundance, это хлопок с кашемиром. Очень красивый синий цвет, глубокий такой, знаете, немного отдает фиолетовый. К сожалению, вот эти вот цвета я пока прикрепить не смогу, так как их пока еще нет на сайте официально, да, то есть это все на пробнике, я буду вязать образцы, и уже после этого магазин будет их привозить официально, ну, скажем, для вас доступно, да. Поэтому, да, сейчас пока показываю, как есть. Если вдруг будет плохо видно, я потом сделаю фотографию или подсъемы видео и вставлю уже по факту в видео, чтобы вы могли наблюдать. Оставлю сюда. Красиво! Так, это артикул тоже Abundance, вот этот хлопок с кашемиром, и это цвет Moon. Холодный бежевый, очень красивый, просто бесподобен. Вот у меня сейчас стоит освещение достаточно сильное, и вы знаете, он действительно немножко прям поблескивает. Так, ну вот это просто в самое сердце, от состава и до цвета. Это просто невероятно красивый цвет Flame, он присутствует в линейках других артикулов, и, наверное, он самый такой ходовой, знаете, алый, красный, красивенный просто цвет. Но этот артикул называется Glenming. 80% хлопок и 20% яг. Просто обалденный цвет. Сама ниточка невероятно мягкая. Просто, вы знаете, она вот прям шелковистая. Мне очень интересно связать из этого образец. Я просто в каком-то нереальном восторге. Я как открыла, прям... невообразимо красиво. Вот знаете, с яком пряжа, в ней что-то есть, она всегда очень теплая, всегда такая пушистая, неприхотливая, и с ней работать даже приятно, поэтому мне очень интересно, я прям жду не дождусь.
Следующий артикул, который я открыла, я даже подумала, что мне повтор попался, но нет, это артикул называется «Мур-мур». Я не могу просто, насколько прикольное название. Это тоже хлопок с кашемиром, только здесь 95% хлопка и 5% кашемира, потому что в Abundance там было 8% кашемира. Здесь уже метраж потоньше, 1600 метров на 100 грамм. И это тоже... Еще один момент, связанный с распаковкой. Сегодня я уже, скорее всего, не успею связать образцы. Я вам показываю просто цвета. Вообще, насколько прикольный и разнообразный ассортимент будет в магазине Jewel. И в целом вы можете насладиться просто распаковкой, потому что у меня на канале очень мало таких на самом деле видео. Не всем, знаю, нравятся распаковки, но, возможно, если вы любитель подобного контента, вам будет интересно. Следующий цвет, который я открыла, это Glenloch, называется Vermilion. Опять же, Glenloch — это 70% хлопок и 30% меринос. Красивый такой, знаете, светло-красный цвет. Очень мне кажется красивый тоже. В легкий коралловый такой уходит оттенок, бесподобный тоже. Так, ну наконец-то новый цвет, а то я все открывала, открывала, вы могли бы, наверное, увидеть, что у меня менялся бэкграунд, что бобинки все выше и выше. Итак, это Glenmink, это хлопок с яком, о котором я уже говорила, цвет navy, темно-темно-синий, бесподобен. Наверное, моя подруга Катя сейчас просто пищит, когда смотрит это видео, она очень любит такие цвета. Темно-синие, бесподобный, очень красивый цвет, прям великолепный. Нужно отдать должное на самом деле девочкам и Марине, потому что они упаковывают великолепно пряжу. Каждая пряжа приходит, каждая бобинка приходит запакована в крафтовую бумагу с наклеечкой, все очень надежно. То есть ничего нигде не вываливается, присутствует бирка. Да, то есть это удобно. Я, например, себе всегда вот здесь пишу размеры, допустим, образца, спицы или еще что-то, или на что я использую эту пряжу. Это очень удобно. Так, у нас новый цвет. Это тоже Glenmink с яком пряжа, и это цвет Cinnamon Beige. Коричневый бежевый, если переводить. Но он бесподобен, он очень красивый. Он, кстати, очень похож на шиншиллу, цвет, который присутствует в линейке, в другом артикуле, но бесподобен, очень красивый, он тоже меланжевый эффект имеет. Он такой, знаете, как неокрашенный кашемир какой-нибудь, як, такой с вкраплениями коричневого, но при этом бежевый. Оттенок сам по себе больше холодный, и это очень круто, он бесподобно красив. И даже есть предположение, что вот эти коричневые вкрапления, да, такие холодненькие, это и есть тот як. Фух. Знаете, я вижу дно, меня это радует, потому что здесь очень много бобинок. Итак, у меня заняло это почти целый час, чтобы распаковать все бобинки. Я сейчас переключусь на режим «Руки в кадре» и покажу, какие артикулы и какие цвета мне пришли. Ну что, давайте сейчас с вами попробуем посмотреть пряжу поближе, а именно ее цвета, потому что, мне кажется, когда я распаковывала, это не очень хорошо было видно, поэтому сейчас мы с вами посмотрим чуть-чуть поближе. Итак, первый артикул, с которого я начну, это тот, который я уже, с которым я уже работала, это артикул Glenloch. И вот таким образом выглядит этот цвет. Напоминаю вам, что его имя Бальзам. Glenloch — это артикул, у которого 70% хлопка и 30% мериноса. Очень красивый бирюзовый оттенок. Итак, следующий цвет — это цвет Animal. Очень-очень красивый, насыщенный фиолетовый цвет. Это также артикул Glenloch. И последний цвет — это цвет Vermilion. Очень красивый,
алый такой, немножко в оранжевый отдает. С этими всеми цветами я буду работать, вязать образцы и буду создавать целый обзор на пряжу Glenlock. Поэтому, пожалуйста, не пропустите, это будет очень информативно. Я буду отвязывать различного вида образцы, узоры. Будет очень-очень интересно поработать с разными цветами этой пряжи. Следующие два оттенка Glenlock – это вот такой потрясающий цвет. Красивый, теплый, бежевый. Это цвет Oyster, устрица. Очень-очень он красивый. Это мне на плечевое изделие. Я буду вязать одно изделие, которое пока, наверное, говорить не буду, пока не знаю, можно ли об этом говорить, но вы обязательно обо всем этом узнаете рано или поздно. Пока приглашаю вас полюбоваться именно вот этим цветом. Он очень красивый. Такой, знаете, базовый. И следующий цвет у Glenlock – это мимоза. Очень-очень красивый цвет. Просто, я не знаю, я осталась от него в полном восторге. Я не особо как-то люблю желтые цвета, но вот этот просто что-то невероятное. Он очень красивый. Из него тоже будет плечевое изделие. Итак, с Glenlock мы покончили, я имею в виду с цветами. Следующий артикул и цвет – это уже Outlook. Это цвет называется Driftwood. И он очень красивый, теплый, бежевый. Что это за состав? Здесь идет у нас 70% хлопок и 30% лен. Он, кстати, перекликается немножко с Glenlock Oyster, но вот этот более, знаете, вот такой холодноватый, наверное, коричневый, бежевый даже, вот. Он немножко, чуть-чуть совсем отличается, ну прям совсем капельку, а так бы я сказала, что они один в один. Очень тоже цвет красивый, так, фокус не убегай, пожалуйста, нам показывай красоту. Итак, следующий артикул, который мне прислали уже именно на пробу. Я буду его тестировать, связать из него образцы, вообще подбирать различные изделия. Мне очень интересно с ним поработать. А первое – это Abundance, изобилие. Оно у нас идет в составе, имеет 92% хлопка и 8% кашемира. Я не упоминала ранее, но Glenlock и Outlook имеют один и тот же метраж. У них 1400 метров на 100 грамм, а эти уже идут 1500-ные. Этот цвет красный адмирал. Очень-очень красивый, насыщенный красный. Далее идет у нас цвет Moon, луна. Холодный бежево-серый, знаете, такой серебристый даже, очень красивый. И последний это Energy Blue, очень красивый насыщенный синий цвет. Мне уже не терпится их попробовать, вместе с собой посочетать, мне кажется, будет просто очень интересно с ними поработать и посмотреть непосредственно, какие они в деле. Следующий у нас артикул, это артикул Мур-Мур. У него в составе уже идет 95% хлопка и 5% кашемира. Метраж здесь уже идет 1600 метров. Давайте поближе посмотрим цвета, потому что они тоже очень-очень красивые. Так, у меня здесь немножко ниточка запуталась. Я, видимо, когда вынимала из упаковки, немножко нарушила намотку. Давайте посмотрим на вот этот безупречно красивый синий цвет. Это тот же Energy Blue. То есть у них цвета перекликаются с Abundance, который я вам перед этим показывала. Дальше тоже цвет Луна, Moon. Ой, как же он мне нравится. И красный адмирал. Так,
такой красивый. Мне так нравится вот это сочетание, знаете, зеленое с красным. Прям очень-очень такое красивое. Многие могут подумать, что это какая-то рождественская история, но мне вообще не Рождество напоминает, а просто какой-то такой, знаете, vivid, очень яркое, красивое такое. Нравится мне очень. Ну и последний артикул очень интересный, это Glenmink. Это пряжа с яком. Здесь идет в составе 80% хлопка и 20% яка. 1400 метров на 100 грамм. И здесь цвета идут уже Flame. Очень красивый красный. Все уже, я думаю, наслышаны о красном из магазина Jewel Flame. Он безупречно красивый, идеальный просто. Дальше у нас идет Cinnamon Beige. Коричнебежевый или бежево-коричный. Не коричневый, а именно от слова корица. Очень красивый цвет, я в него просто влюбилась. Он просто как неокрашенный, знаете, такой цвет. Прям базовый, очень красиво выигрышный. И последний – это цвет Navy. Я могу его тоже, кстати, к базовым отнести, потому что он такой, знаете, темно-синий, насыщенный, неброский, но при этом очень-очень богато выглядит. Ну что, мы с вами закончили эту распаковку, она на самом деле была бесконечная, я очень переживала, что мне ничего на мой стеллаж не поместится, но все поместилось идеально, и даже место еще осталось, но это ничего не значит, что я буду еще что-то покупать или туда доставлять, главное мне сейчас это поработать с этой пряжей, потому что я очень заинтригована. Я собираюсь просто посвятить этому всю следующую неделю, и посмотреть вообще, как себе пряжа ведет, подобрать для нее узоры, изделия. И мне кажется, мне будет тоже очень интересно с вами этим поделиться. Поэтому тоже можете написать в комментариях, хотите ли вы своего рода такую экскурсию по различным артикулам, да, и узорам, и мои, возможно, какие-то идеи относительно применения того или иного артикула. Итак, спасибо вам большое за просмотры, спасибо, что вы со мной просто пережили этот умопомрачительный завал бобиночек, но того стоящий, потому что все эти цвета, все эти составы, они настолько вдохновляют, они настолько красивые, что, ну, я просто ничего даже другого добавить не могу, потому что я прям очень загорелась, мне хочется сейчас все бросить и сесть и начать вязать. Спасибо вам еще раз большое за просмотр. Спасибо магазину Jewel, что он дает мне возможность поработать с отличными артикулами, с отличными составами, очень красивыми цветами. И я просто в предвкушении. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам это видео понравилось. Буду очень рада обратной связи. Всем удачи, всем пока.
продуктивной вам недели. Совсем скоро с вами увидимся. Пока!